Рядом встань. Встала. Возьми меня за руку. А что я тебе должна за руку брать? Какая же ты дура, это игра, такие правила. Хорошо. Теперь глаза закрой. Ну? Шагай, шагай, давай, давай, я буду тебя вести. Смотри, я буду говорить тебе, где ямы, где ступеньки. А ты меня просто слушай. Только самое главное, не открывай глаза, хорошо? Вот сейчас осторожно, приготовься. Через 3 шага ступенька. Вот, ступенька. Закрой глаза. Мне страшно. Да не бойся, Дрю. Дальше все ровно. Да не открывай глаза, я все вижу. Да не бойся ты. Вот теперь ступеньки. Вот, молодец. Это тот дом. Ничего, прикольный. Да, пойдем. Мы что, посередине трассы идем? Нет, просто рядом. Сейчас немножко вправо. Вот так. Я принес вам телевизор. Ой, что вы, что вы.
У меня дома два телевизора. Зачем вы еще принесли? Ну и что, это цветной, а у вас черно-белый. Ой, черно-белый. Есть тот или черный? Кажется, что машины прямо через меня приезжают. Да нет, у тебя просто обострился слух, так как зрение временно отключилось. Аж холодно в животе. Как жарко.
космический корабль, а мы очень долго летим. То одной жизни человека, конечно, не хватит, поэтому у нас такой сильный механизм самосохранения. То есть мы сохраняем себя и следующее поколение. Это очень классная система. Круто, да? Только не открывай глаза, а то выпадешь из игры. Ты заметил, что я тебе уже не говорю, когда ступеньки, а когда ям. Ты уже это сама чувствуешь. Круто, да? Да. Вот. И даже можно использовать целые планеты, как огромные космические корабли. Мы можем полететь куда угодно. Не обязательно на нашей планете куда-то лететь. Можно полететь в другие солнечные системы, исследовать всю бесконечность. Причем можно отправлять несколько планет в разные стороны, с несколькими командами людей. Получится, что человек осваивает весь космос. Все пространство космоса. И тогда у человека появятся другие цели, нежели чем освоение бесконечности. Понимаете?